Отъехали с автовокзала уже. Вот такая обстановочка у нас в автобусе. Супер, мне повезло. И я с Викочкой. Вика у нас стюардесса. Я только с Викой. И я специально заказали мы билет конкретно, чтобы ехать с Викой. Спасибо большое. Салфеточки. Не колония, а салфетки предложили. И булочки. Вот я вам достала свежая булочка. Кофе взяла себе. Ну, сейчас сделают кипяточек. Мои хорошие, мы проехали уже Болгарию, Турция, сразу же Болгария, и сразу же нас угостили мороженым, пожалуйста. Ко всему плюс еще и мороженое, какая прелесть. Хороший перевозчик турецкий, супер просто. Мороженое съели, и Вика предлагает всем кофе, чай. А мороженым нас всех угостил водитель, не перевозчик, а водитель. Очень добрый водитель, мужчина возрастной. И, как говорит, очень добрый. Он для всех в Болгарии купил мороженое и угостил. Я не перестаю удивляться турецкому народу, честное слово. Обалдеть.
пришел водитель. Вот здесь маленький мальчик спит. Водитель раздвинул сиденье и поправил ребенку ножки. Очарование, честное слово. Угощают еще соком, пожалуйста. Вот это перевозчик. Румыния, но здесь, конечно, покраше, чем в Болгарии, однозначно. Мои хорошие, это Бухарест уже. Таня отвлеклась, а смотрит, трамвайчик едет по зеленой травке. А это Бухарест, солнышко светит. Ну, вот так получается. Я смотрю, людей на улице нету. Который час? Сейчас 7 часов вечера. Вообще людей нету. Болгарию проезжали. Не было в этих поселениях людей вообще. Мало людей очень. Небольшой скверик, там детки играют, фонтанчик такой легкий, монумент какой-то стоит, перекресток.
очень мало людей, трамваи вообще пустые. Ух ты, сколько машин. Люди, вы только посмотрите, какая тягучка. Смотрите, смотрите. Это не пятница, никто никуда не должен уезжать на даче, да? Вы только посмотрите, какая тягучка. Там красивые дома здесь. Так понимаю, старые дома, но красивые. С небольшой лепкой даже. Наверное, это центр, точно. Ух ты, все в фонтанах. Смотрите, фонтаны, фонтаны. Красиво, солнышко светит. Красиво. И березки. Треугольничек такой красиво придумано. Красиво. Интересно очень. Островки такие красивые. Я думаю, это центр, скорее всего, да. Интересный Бухарест, интересный. Мы проезжали его всегда раньше, ночью. Мне нравится Бухарест, нравится. Солнышко уже садится. Мои хорошие, замечательный перевозчик. Вот, пожалуйста, Алекс Мурадоглы. Пожалуйста, мне звонить, я вам буду давать все координаты. Вот, наши водители, мужчины, стюардесса. Прекрасный перевозчик. Звоните, дам координаты, и все у вас будет хорошо. Поездка будет замечательная. Мои хорошие, мы уже в Украине, Винница. Вот сейчас со всеми зайду в кафешечку, магазинчик здесь, или кафешка, или магазинчик. Сейчас посмотрю, зайду. Давайте зайдем. Посмотрите, как у нас красиво. Смотрите. Сейчас можно что-то взять, можно кофе взять, побаловаться, да? Сейчас, бачите. Бачите, как у нас гарно, бачите? Как у нас гарно. Супер просто вам показала. На заправочке небольшой магазинчик. Я дома. Це у нас дома. Мои хорошие, я не кофе. Меня снимает моя Викочка, стюардесса наша. Да, Викочка? Да. Да. Вот, очень вкусный кофе, мы уже дома. Спасибо Богу. А дома самый вкусный. Да, доехали домой, спасибо Богу. Всем привет из Украины.